У сестры две комнаты. Маленькие, но две. А у нее дети есть? Дочка. А. Ты. Вы ей отвезите вот это. Это гранаты. А, спасибо. Отвезу. А сестра где живет? В Измайлово. Ничего себе. А сейчас трамвай-то ходит? Вообще не знаю, как трамвай, но патрули точно. Странно. Его комната находится рядом с театром, а он живет у сестры в Измайлове. Да, Игорь добр. Слишком добр. Ходит через всю Москву пешком, топает на окраину. А в его комнате живет жена в некотором роде. В общем, Игорь вам все объяснит.